Более 1000 студентов ОГАУ перевелись в ОГУ. Напомню, это связано с лишением Аграрного университета госаккредитации по 5 направлениям подготовки. Желающие перевестись в Оренбургский государственный университет из ОГАУ изъявляют студенты разных направлений подготовки. Будущие экономисты, психологи, социальные работники. Мы рассматриваем каждое заявление, заключаем договор об обучении. Студент вливается в группу ОГУ и при необходимости досдает необходимые модули. Если же таких желающих перевестись по одному направлению подготовки набирается не менее 10 человек, то мы создаем отдельную группу и отдельную учебную программу, облегчающую вхождение новичков в учебный процесс. Однако есть и хорошая новость. ОГАУ вернули аккредитацию по одному направлению подготовки. Согласно приказу Рособорнадзора 29 ноября, вузу разрешается обучать магистров и выдавать дипломы гособразца по юриспруденции. О других специальностях в документе ничего не говорится. Но между тем, ситуацию вокруг ОГАУ взяли под контроль сразу два региональных министра – труда и образования. Они пообещали, что в беде студентов не оставят и урегулируют вопрос на высоком уровне. Нужно говорить на самом высоком уровне, привлек. Сначала мы через глав сделаем анкетирование, но жесткое. Не девочек на экономистов и еще там на кого-то, а вот тех людей, ну, джондиры, комбайны, ну, техника сверхсовременная, дорогущая, 15-20 там, миллионов рублей, в какие руки отдавать? То есть этот вопрос, на мой взгляд, он перезревший уже, тем очень серьезный.